В этом рецепте я расскажу, как приготовить вкусные, ароматные, пышные и румяные булочки со сгущенкой вареной. Вареная сгущенка – любимое многими лакомство с детства. Попробуйте ее в выпечке. Вы можете приготовить дрожжевое тесто к этим булочкам по своему любимому рецепту, либо использовать мой рецепт проверенный, если следовать ему в точности, результат вас не разочарует. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Для этих булочек используйте дрожжевое тесто на молоке, например, как в рецепте ниже, оно получается необычайно воздушным и вкусным. На молоке должна появиться пенная шапка. В это время растопите сливочное масло, остудите его до теплого, далее в глубокую посуду вбейте яйцо, тоже не холодное, которое необходимо достать заранее либо подогреть перед использованием в теплой воде, в миску добавьте соль, ванильный сахар, слегка взбейте. Туда же влейте масло, перемешайте. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Заработавшие дрожжи добавьте к массе, перемешайте. Следующим шагом добавьте просеянную муку. Муки нужно добавить столько, чтобы тесто не прилипало к рукам, но и не было слишком тугим, поэтому количество муки может не совпасть с указанным в рецепте, это связано с разной степенью влажности и жирности продуктов. Домешивайте тесто на слегка присыпанном мука и столе. После вымешивания смажьте тесто растительным маслом, переложите его в смазанную миску, накройте полотенцем и оставьте подходить в тепле. Тесто будет подходить около 2 часов, в середине этого отрезка времени можно достать и обмять еще раз тесто, когда оно поднимется во второй раз, не обминайте его. Присыпьте стол мюкой, выложите на него тесто, разделите его на порции. Каждую порцию теста расплющите руками, чтобы получилась лепешка, положите внутрь столовую ложку сгущенки. После соберите края, защипните их как следует и сформируйте булочку. Выложите сформированные булочки на противень, застеленный вощеной бумагой, смажьте их желтком, смешанным с молоком, для привлекательного румянца на готовом изделии, по желанию присыпьте маком, выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 180-200 градусов, 40 минут, до готовности. Запеченные булочки нужно снять с противня и оставить на время под полотенцем. Вкуснее тем, кто подпишется. Теперь о составе нашего блюда. Мюка 400-500 грамм, плюс на подсыпку. Сахар-песок 5 столовые ложек. Молоко 1 стакан 250 миллилитров. Сливочное масло 100 грамм. Ванильный сахар 10 грамм 1 пакетик. Соль 0,5 чайных ложки. Дрожжи сухие 1,1 грамм 1 пакетик. Яйцо 1 штука. Вареная сгущенка 1 штука. Желток 1 штука. На обмазку. Количество порций 1,2,15. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Буду скучать без вас.